Здравствуйте, друзья. Мы со Светланой вот рассматриваем пристально вот это дерево. То есть, и пришли к выводу, что это все не настоящее. То есть, ствол, видимо, от спиленной вот этой бесстыдницы, а сверху какие-нибудь лианы просто тянутся снизу, вот они, и с земли. И там они зеленеют. А так вот на самом деле, вот, а ствол просто какой-нибудь засохший. Вот, от дерева бывшего. Друзья, я знаю, у нас на канале есть натуральные ботаники, профессиональные и любители. Вот пусть они нам скажут, что это за удивительное дерево с цветочками такими, можно сказать, пуховыми. Оно игольчатое при этом. И иголочками. Я сейчас покажу иголочки, Света. Ботаник тебе по иголочке сразу скажет. Что это за дерево такое? Вот с такими цветочками. Чего только не встретишь вот так, гуляя. Я хотел сказать, друзья, что сейчас идет окончание учебного года, и люди собираются и отмечают вот окончание учебного года. И хочется назвать вот эту картинку, знаете, так надпись сделать, «После вчерашнего». Это, наверное, даже больше graduation. Это не просто окончание учебного года, когда человек закончил либо школу, скорее всего, школу, либо колледж. Ну, я думаю, для колледжа как-то не солидно, Свет. Ну, что-то школу. Очень много детского в этом, я во всем. Школу закончили, собрались в этой избушке заплесневелой и вот, значит, отмечали. Вот так выйдешь погулять на улицу городскую. Попадешь в дремучий лес. Ну, такой, в общем, да, лесок такой. Вон там город-то, вон он, рядом. Не показывай город. Как не показывай? Он рядом, ну, город. Ну, как же, мы же в лесу. Ну, в лесу, но лес-то. В дремучем. Лес-то заповедный. Заповедный. О, чего тут? Мы с тобой не это, не из сказки какой. Мы погулять вышли. Полевые цветочки хотел вам показать. Не потому что, знаете, некоторые говорят, да вы приезжайте к нам на Дальний Восток. Вы увидите, сколько там полевых цветов, насекомых разных и мостов железобетонных. Не потому что я опасаюсь, что там вокруг вас этого нет. А просто радуюсь. Вот вижу цветочки. И красиво. Да, эти тоже симпатичные цветочки такие. Немножко необычные. Может, они просто как-то скукожились? Ну, солнца нет. Они, наверное, на солнце раскроются. Ну, да. Посмотрите, друзья, как жируют. Как жируют одуванчики на американской земле. Вот они. Какие громадные. Это больше кулака. Хорошего. И тут тоже, да, чуть-чуть подальше. Да, знали ли мы, выходя погулять, на что наткнемся? Смотрите, друзья, какая лепота. Такие цветочки хорошие. Вот они тут. И желтенькие, и такие оранжевенькие. И все это вместе, так на самом деле... Довольно здорово смотрится на елочке, на этой. А? Знаете как? И хотел вам еще показать скамеечку. Это очень принято вот на скамеечках писать, что в память кого-то, да? И люди могут посидеть. Для того, чтобы поставить такую скамеечку с надписью, надо в Сити там заплатить денежку, и они поставят скамеечку с надписью. Здесь практически на любой скамейке вдоль берега вот что-то такое есть мемориальное. Опа-на! Не сумел встать. Нет, не сумел встать. Нет. Хотя волна сильная была. Но он на следующий идет, на этом сейчас подходит. Давай. Не стал. Так, сейчас вроде заходит, да. Заходит, давай. Давай, 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 давай. Опа. Скочил, молодец. Ну, волна такая неубедительная.
некоторая бесконфликтность наблюдается. Смотрите, как мирно уживаются вот серферы. И вот там камушек такой, на который с невидимой нам стороны этого камушка туда забираются морские львы. И так довольно занятно за ними наблюдать, вот даже отсюда, потому что они периодически сваливаются в воду вот отсюда, вот с этой стороны. Они там как-то пытаются продвигаться и периодически сваливаются в воду вот оттуда. То есть видно те, кто уже залез, вот так привилегированное положение какое-то заняли на гору, на камне. Такая веселая компания из женщин с ребенком, они идут, у них гантели в руках, они ими машут так активно, молодцы.